Двое петербургских школьников по-прежнему остаются в больнице города Тарту. Детский оркестр школы искусств имени Свиридова из северной столицы попал в аварию в Эстонии сегодня утром. В деревне Пилка, это возле Тарту, двухэтажный автобус, перевозивший юных петербуржцев, съехал в кювет. Вот кадры, которые сделали на месте очевидцы в первые минуты после крушения. В итоге 4 ребенка, которые находились на передних сиденьях второго этажа автобуса, получили травмы. Только двум из них эстонские медики разрешили продолжить путешествие. Двое детей с переломами и сопровождающая останутся в больнице. Основная помощь, на мой взгляд, которая сейчас нужна, это чтобы постараться в ближайшее время организовать приезд родителей этих двоих детей. По нашим данным, автобус с остальными детьми уже пересек эстонскую границу и будет в Петербурге совсем скоро. Родители мальчика и девочки, оставшихся в больнице Тарту, сейчас в ускоренном порядке получают эстонские визы.